Привет, Шаолини! Сегодня покажу вам, опять-таки, был вопрос. Даю на него видео-ответ, как делать уклоны, как делать нырки. Значит, уклоны делаем от прямых ударов, нырочки делаем от боковых ударов руками. Сейчас, как это отрабатывается в паре? Это нужно делать в паре, так как это оптимально. Самое главное, чтобы у вас был напарник с головой, а не какой-то супер бешеный уличный боец, который на отработках хочет зарядить в ухо и нокаутировать. Все надо делать спокойно, особенно начинающим, аккуратно, не спеша. Видеокурс «Техника удара в муай-тай». Изучи технику ударов руками, ногами, локтями, коленями и отправляй всех в нокаут. Ссылка в описании под видео. То есть сейчас, как вообще делаются нырочки, да? От левого прямого делаем нырочек вправо. Левая ножка на носочек, бедро доворачиваем, левое плечо вперед, прижимаем к подбородку. Голова при этом все время смотрит прямо, противника держим все время на виду. Часто ребята начинающие особенно делают вот такой уклон. То есть голову отворачивают вместе с корпусом. Нельзя никогда терять противника из вида. То есть стоим, ручки остаются возле подбородка и идет уклончик. На носочке стаза уклон начинается с корпуса. За счет носочка. Раз пошел, раз влево, раз вправо. Все, начинается все с носка. Все движения, все удары, все с ног. И поехали. Он мне делает левый прямой, я ухожу вправо, возвращаюсь. Правый прямой, я ухожу влево, тоже носочек довернул, плечо вперед, подбородок поджал. Я ухожу. Левый боковой, я делаю нырочек. Нырочек делается также. Сначала уклон влево. То есть нырочек, чтобы вы понимали, состоит из двух уклонов, грубо говоря. Сначала уклон, потом на ножках делаем полуприсед круговой и выходим в уклон с другой стороны. То есть если это левый боковой, мы сначала делаем уклон влево, под рукой подсаживаемся и выходим вправо. Если это правый боковой, мы делаем уклон влево, подсаживаемся и выходим в правый уклон. И теперь я это делаю. То есть сначала, если вы вообще не отрабатывали, да, новичок, если ты новичок, пускай один сначала делает, пока ты это все не наработаешь. Раунд, например. Раунд 3 минуты. Он бросает 2 прямых. Раз, 2, 3, 4. Опять. Раз, 2, 3, 4. Опять. Раз, 2, 3, 4. И так целый раунд, пока у тебя это все не выработается. И не одну тренировку. Потом, кто более поопытный, когда к этому всему приработаешься, можно делать по очереди. Первый номер начинает. Раз, два, три. И я отвечаю. Левый, правый, боковой, боковой. И он опять. Раз, два, три, четыре. Я. Раз, два, три, четыре. Первый. Раз. Два, три, четыре. И такая работа, то есть, идет. Мы друг другу бросаем. Очень главное следить друг за другом. То есть, когда один делает удар, он смотрит, как делает уклон второй. То есть ножку довернуть, на носочке провернуться, пятку хорошо вперед, полностью уклон. То есть друг другу помогать и за друг другом следить. Правый, раз, носочек довернул, плечо вперед, подбородок поджал, смотришь на противника. Встали в стойку. Нырок. Носочек, носочек правый, раз, довернул, ушел плечо, да, вышел и вышел носочек. И от правого бокового то же самое. Сначала уклон, вышел и вышел в другой нырок. И следить друг за другом. Обязательно указывать на ошибки. Так будет все более эффективно и более полезная работа. До встречи в новых видеоуроках. Удачи в тренировках.